Надежда Румянцева бросила работу на пике своей популярности, выбрала семью. Мужчина завсегда счастливее женщины. Ведь у женщины все несчастье заключается от того, что она завсегда подо что-нибудь подвластна. Королева бензоколонки, девчата, не поддающиеся. Румянцева была настоящей звездой. А потом, когда ей было уже за 30, актриса познакомилась в гостях с дипломатом Вильхштаяном, за которого вскоре вышла замуж. Работа мужа Румянцевой подразумевала длительные поездки за рубеж. Штаян признается, поначалу он даже не думал, что жена будет сопровождать его. Ведь для этого придется надолго уезжать из страны, а Надежда такая востребованная актриса. Но она сказала мужу: куда ты, туда и я. У супругов не было детей, но это не стало для Румянцевой трагедией. Она приняла как родную дочку мужа от первого брака и жила всеми его интересами. Еще до свадьбы она переписала у будущей свекрови рецепты всех любимых армянских блюд Вилли и потом с удовольствием их готовила.